Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 263 упражнение. Прочитаем задание. Используя материалы предыдущего упражнения, напишите такое сочинение о труде, которое можно было поместить в школьной стенгазете в рубрику «Учимся работать». Продумайте основную мысль своего сочинения, его газетный заголовок. Итак, после урока я пошел на кружок резьбы по дереву, но это сегодня не клеилось. Узор, который я планировал вырезать на крышке шкатулки, явно туда не помещался. Да и крышка, как я заметил, вышла кособокая. Мастер сказал, чтобы я не торопился и делал все по порядку. Сначала нужно измерить длину и ширину дощечки, чтобы получилось ровно. Потом тщательно отшкурить крупной шкуркой, затем мелкой. После этого нанести карандашом узор, разместив его так, чтобы он был на равном расстоянии от краев. И только тогда ты подбираешь ножики и стамески и начинаешь резать. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.